Так, слышен шум. Значит, сейчас должен быть произойти взлет. Взлет примерно раз в 2 минуты. Это аэропорт Шереметьево. Меньше количество времени. Но они не останавливаются. Они летят и летят и летят. Вот пошел шум. Шум, главное, справа, потому что лес все тут отражает. Вот тут вот справа. Лес идет. Там здание. Аэропорт. Аэродром слева сейчас от меня. И вот я включил камеру и жду, когда же там появится летающий объект. Я сделаю увеличение, попробую сделать. Ну, надо хотя бы один дождаться самолет, чтобы не просто так. Вот там я вижу. Вот на выдающемся здании. Навигационный локатор крутится такой. Брусочек такой вращается. Вон там вот, вот труба на горизонте посередине где-то сейчас экрана. И вот в той области самолеты взлетали вчера в противоположную сторону, а сейчас в эту. Видимо, сменился ветер, чтобы взлет происходил, видимо, взлет и посадка в одну и ту же сторону. Вот. Пошел шум справа. А самолет будет взлетать слева. Видимо, мощность децибел этого звука такая большая, что он непонятно откуда происходит его источник, а вот только через переотражение. Так, ну где-то. Не, ну то есть вот какая-то пауза. До этого прямо не каждые 2 минуты чуть ли не это самое. Подлетали. И сейчас. Ну, я жду еще один самолет, пускай. Вон там по аэропорту, по аэродрому ездят какие-то автомобильчики. Желтенькие, беленькие, да, самолет.